А где вы кисю видели? Сядь, 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 сядь! Чё она хотела? Куда? Стой! А-а-а-а! Блять, контент. Так, ну мы спиздили вертолет. А, в меню там киси продаются? Если он выжил. Или нет? Ты чё, блять? Где вы там кисю видели? Чё? Нормально всё. А, киску? Подожди, её можно купить? Ну чё, работает? А, я понял. Подойди к ванне и прочитай надпись. Так, что там начинается за инсайд? Да ну да. Сейчас, подожди, я вообще не понял, что, как в это играть. Подожди. Кстати говоря, дом, вы узнаете этот дом? Мы его видели в миллионе хорроров. Так, на полшишки работает. Не сдохни. Ай, я тебя умоляю. Последний из таких хорроров был на прошлом ВВХ, кстати говоря, во время приходов с манекенами. Здесь к нам, по-моему, надо будет... Опять этот дом, да. Выше, 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 блядь. Ванная. Триггер все-таки, чтоб сработал. Там выход. Ну тут выхода нет, они немного... А если мы от них оторвемся? Так, подойди к ванной. Мы не оторвемся. О, похуй. Я понял. И чё, и чё, и круто? Доставьте золото клиенту. Да мы и тачку, если чё, вызвать сможем. В смысле, а как какать? А, понял. Тебя, блядь, заглохну. Метафизической разведки. А выше набирай. Карта паранормальных зон. Немного более потрёпанный, чем был у меня. Выпрыгнем, если что. А чё так неудобно-то, господи? Так, улики. Вот, смотри. О! Взаимодействие с микрофоном. Ну, вроде прикольно. Вроде прикольно. Так, а это, как эта херь называется? Как она работает? Пора текать. Пизду. Иблис, это ты? Иблис. Интересно, здесь какое-то ограничение есть на... Мама. Так, хорошо. Это что-то... Не знаю, что это. Это просто видение было, да? Ладно. А телек работает? Ладно. О! У меня фонарик мигал? Или мне показалось? У меня только эта херь, блядь, и микрофон. Ага. Но я должен, наверное, то есть его отпустить. Как это работает? Что... Ну, мне просто хочется уйти отсюда. Что это? А это есть какая-нибудь улика, типа там А прикинь, так, минусовые отпечатки рук, реакция на СГ. Нет, взаимодействие с каким-либо этим не присутствует. А холст можно поставить, чтобы, допустим, она на нем порисовала? Или зеркало, они тут есть уже? Довольно неплохая по атмосфере, то есть я много всяких клонов видел. Это вроде ничего. О, мы возьмем вот это. Сейчас по-быстрому. Тоже пока выкинем. Вот это, да? Через него можно увидеть, походу. А тут тоже кукуха может поехать. Да, тут тоже есть таблетки от ума. Что? Что так? Некоторые любят погорячее, но никто не любит, чтобы было... А можно комиссии теперь не будет? Привет, Артур. Не могу найти, что значит легендары Детион 2 и 3 часа. И Санта появилась. Нам что, на ту сторону вообще, что ли, за озеро? Нам в твои документы. Ой, бля. Я хотел уже прыгать, блин, через. Не надо, одумайся. Позвони маме, папе, сестре, брату. Жене, в конце концов. Я что, тебе чеченец, блядь? Не прыгай. Перечислил, блин. Хорошо, давайте мы отключим тогда. Зачеркнуть попробуем. Тогда это ханту, мюлинка или... Чё, могу ещё раз Господи, она же... Как эта херь работает? Как эта херь работает? Так, надо фонарик достать, потому что... Мне можешь не звонить, мне достаточно стикера, блядь. Ты обкатал уже эту технологию. Так, а что там еще может быть? ЭМП... Да сейчас будет вам виллаж, подождите. Я понял, Денчик решил покататься. Я сейчас поставлю это на кухне. Мне кажется, на кухне, потому что бабай.
Не, ну я отсюда поехал. Пойдем через зал. Через гостиную. А, я проехал. В этом был только посыл, я понял. Give me a sign. Give me a sign. If you're not лох. Я не понял, меня убили или что? Да, предпочитает химию вместо натурального продукта, да? Так, а что это задание? Найдите правильный тип призрака. Нет. Да ладно, хера вам, себе. Ну, что вы как ругаетесь? Да ладно. Правильный тип призрака обошел. Серьезно? Я знал, что нужно ставить до смерти. Ну ты знаешь, это какая игра, по-моему? Одной рукой, одной ногой. Остановись уже, ебаный в рот. Неплохая, по-моему. Не то чтобы прям очень хорошая, пойдет, по-моему. Вполне себе неплохо. Надо имя призрака называть. А, Йомаке, я уже все назвал. Уже все хорошо. Уже заземлили, понимаешь? Так что. Покиньте селектор. Что мы сейчас делаем? Селектор? Аркаша просто АКПП? Зависает. Басаться, скажи, что, ну, типа, здорово. Ладно, бать, че могу. Я не знаю, кто такой Аркаша. Кто такой Аркаша? Ну, типа, зачем? Ну, мне радоваться, в смысле, или наоборот? Орк-подкастер. Вот если ты хочешь... Ай. Это шутка про споры. Но тебе все равно бан. То есть я пролетел сквозь забор, да, вы хотите сказать? Знаешь, после Resident Evil Remake, я думаю, мне вообще ничего не страшно уже. Ну, в плане прицеливания, там было так неудобно целиться, просто пипец. Так, ребятишки, мне вот этот мусор, он вообще не впал никуда. Так, залезаем в ледяную воду, кайф. Господи, боже! Все, го! Еее! Хороший, го! Еее, кто так еще может, блядь? Хватай пыль, блядь! О, нет. Еб. Знаешь, такой дрифт на заднем колесе. Сыграться в соси. Все как надо. Вот это дрифт, блин. Ну. Сразу, блин. Царя Росси. Я не помню. Это не будет мега какое-то плотное прохождение. Я не буду здесь все открывать. Я охренею просто. Вот, это будет прохождение, в котором мы будем собирать достаточно ресурсов, чтобы просто побыстрее пробежать до следующего чекпоинта. Потому что ну, это в принципе, довольно так сложная можно. Сложность. Обязан все открыть. Я уже делал прохождение, я открыл все. Мы обмазываем хардкором. Тащите Николаса Кейджа, блин. Пацаны, на. Пока, пацаны. Не так. И поэтому мы едем по какой-то ебени, чтобы что? Никак. У меня менты. У тебя был один, купил четыре. Я застрял пулеметами. Ну, во-первых, менты не месячные пройдут. Во-вторых... А пулемет надо было сбрасывать по осени. А куда-то кто-то ходит? А кто там ходит? Боже, вот видите, когда матовость, а не глянцевость на материалах. Видите, насколько она круче выглядит? Да пиздел. Resident Evil 4 ремейк, здесь все солидово.